Дружат ли кошки и мышки? Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вы в мире домашних животных. Если в качестве примера взять уличных котиков и кошечек, ну и, конечно же, уличных крыс, то такая дружба вряд ли возможна по причине того, что это звенья одной пищевой цепочки. Можно сказать и так. А вот когда речь заходит о домашних питомцах, домашних котиках, кошечках, ну и, конечно, крысках, то тут, конечно, возможно все. Хотя, конечно, дружбой такие отношения назвать нельзя, но уживаются котики и крыски очень даже неплохо. Сегодня я подловила момент, когда наши крысы Дуси и ее дочка, кстати, имя для дочки мы еще никак не придумали. Так что, если у вас есть варианты, пишите нам в комментариях. Мы готовы рассмотреть любые. Ну так вот, в тот момент, когда Дуся и ее дочь прогуливались вне клетки, а Симба спокойненько отдыхал, как вы заметили, наверное, крыски спокойно подошли к котику, не опасаясь абсолютно ничего, потому что они к нему, конечно же, уже давным-давно привыкли. Дуся и ее дочка знают Симбу с самого момента своего рождения. Да и котик Симба уже давным-давно привык к присутствию крысок в доме. А вот и кошечка Багира. Ее наши домашние крыски тоже практически не интересуют. И она не обращает на них никакого внимания. Да и котику Симбе крыски особо-то не по душе. Просто есть такое у меня ощущение, что ему не хочется уходить в другое место. Вот он и лежит, терпит, но уходить не хочет. Во-первых, как большинство котов, он у нас очень ленивый, а во-вторых, он явно считает себя хозяином в этом доме. Ну а наши домашние крысы, не чувствуя совсем опасности, практически сели уже ему на голову. Вот такие интересные взаимоотношения и забавные домашние животные. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео, и оно было для вас интересным. Всем огромное спасибо за вашу поддержку. Здоровья, удачи, счастья вам и вашим близким. Всем пока! Мы вас любим!